только буксировочный трос и больше ничего. Я возьму трос. О, привет! С тобой ничего не случилось. Что вы тут делаете? Моти придумал карточный фокус. Это больше система. Да, система. Он прячет туз червей по системе, известной только ему. А Хотти должен отгадать. Я был близок к тому, чтобы отгадать. Я думаю, он бы уже давно отгадал, если бы не получал удар от кузова каждый раз, когда хотел вытащить нужную карту. Каждый раз, черт побери. Странное совпадение. Может, хочешь попробовать? Конечно, раскладывай. Если вытянешь карту три раза подряд, ты выиграла. А приз будет? Нет. Ты готова? Да, что уж теперь. Тяни карту. Третья карта? Уверена. Правильно. Второй раунд. Последняя, значит. Уверена? Правильно. Третий раунд. Вторая слева. Уверена? Правильно. Ты выиграла. Ой, меня кузов током ударил. С ума сойти. Со мной тоже так было, когда я выигрывал последний раз. Еще что-нибудь? Я пошла тогда. Тебя никто не держит. Ай, что это было? Молния. В тебя попала молния. Серьезно? Я ожидал немного других ощущений. Не таких, скромных. Тем не менее, теперь ты энергосущество. Да, да, наверное, это так. Так веди себя соответственно. Ухо-ха. Ухо. Ухо-ха. Ухо. А сейчас, после того, как ты стал энергосуществом, он тебе уже не нужен. Ого! Машина покатилась. Эй, что это значит? Стой! Проверим-ка, насколько эффективно это средство. Тебе пришли. Минуточку можно? Я хочу посмотреть. Но мне нужно убежище. Погоди-ка, ты Эдна, дочь Матиса Конрада. Что? Ты знал моего отца? Знал ли я твоего отца? История, произошедшая с твоим отцом, стала легендой. Неужели ты не помнишь, что произошло? Нет, я действительно все забыла. Ну, выкладывай, я хочу все услышать. Да, думаю, тебе нужно это узнать. Ты наверняка знаешь, что твоего отца осудили за убийство ребенка. Его приговорили к смертной казни. Да, я об этом слышала.
Я не могу в это поверить. Это сделал не он. Я это знала. В действительности дело было так. Что это? Здесь кто-то играет на органе? Сейчас это не важно. Рассказывай дальше. Нет, мне надо посмотреть. Я сейчас вернусь. Подожди меня здесь и ничего не трогай. Ладно, ладно. Обещай мне. Да-да, ничего не буду трогать, обещаю. Вот и молодец, жди меня. Когда я вернусь, я расскажу тебе все. Отнесу-ка я его лучше туда, где есть свободная розетка. Вот, теперь его можно включить. Да, и акустика здесь получше. Что здесь произошло? Что ты сделал? Так иногда бывает, когда сумасшедшего выпускают из дурдома. Ты не должна была этого делать. Но ты же сказал, чтобы я сделала тебе ключ. И зачем ты меня послушалась? Мне нельзя на свободу, Эдна. И ты должна была это знать. Каждый имеет право на свободу. Посмотри внимательно на бедного пастыря, Эдна. Такова свобода, которую ты мне подарила. Это сделала ты. Но... Я принял меры, чтобы такое больше не повторилось. Я запер здесь нас обоих. Мне нельзя никогда больше выходить на свежий воздух. Я не могу здесь остаться. Мне нужно попасть в дом моего отца. У тебя нет выбора. Вот загадка, которую даже ты не сможешь разгадать. Как ты собираешься отсюда выбраться, не освободив меня? Вроде бы кто-то играет на гитаре. Это ты, Харви? Эй, там внизу! Не шуми так сильно! Если будешь продолжать, то опять вызовешь обратную связь! Он прав. Струны звучат в гармонии с органом. Круто звучит. Прекрати! Это же ужасно! Выключи! Это было весело. Что это за крик? А?
О, нет. Я этого не хотела. Или я этого хотела? Этого быть не может. Разбуди меня, Харви. Харви, Харви, скажи же что-нибудь! Прости, Эдна. Мне показалось, будто я... Что? Что такое? Ты что-нибудь помнишь? Да нет, ничего. У нас сейчас есть дела поважнее. Возьми ключ и давай побыстрее свалим отсюда, а? Ты читаешь мои мысли, Харви. Наконец-то дома. И что теперь? Я вспоминаю, но только мелочи. Вон на той грядке я всегда жгла муравьёв. В этом прудике я надувала лягушек, и они лопались. Все кажется меньше, чем раньше. Давай попробуем войти и найти мою комнату. Раньше я всегда вела дневник, тогда я наконец-то смогу все вспомнить. По-моему, папа всегда прятал ключ от двери в одном из гномов. Но вот только в каком? Уж точно не в этом. Как можно пользоваться такой бесполезной вещью? По-моему, папа всегда прятал ключ от двери в одном из гномов. Но вот только в каком? Уж точно не в этом. По-моему, папа всегда прятал ключ от двери в одном из гномов. Но вот только в каком? Уж точно не в этом. По-моему, папа всегда прятал ключ от двери в одном из гномов. Уж точно не в этом. Теперь остались только ты и я, Дьянго. Ну, что я говорила? Вот и ключ. Всегда у последнего. После стольких лет он принес хоть какую-то пользу. Жду не дождусь, когда я наконец попаду домой. О нет, он сломался и застрял в замке. Хорошая мысль. Отлично. Я нашла куски сломанного ключа. Раньше я любила лепить големов. Я помню. Потом големы растоптали песчаную крепость, которую построил Альфред. И кто скажет, что это было не так, тот соврет. Но, по-моему, мне сейчас тоже может пригодиться немного слякоти. Точно. С ней я доберусь до сорняков. Мой папа всегда запрещал мне с ней играть, но я нигде его не вижу. Поглядим, что еще лежит в старом котле. Я делаю слепок, вдавливая каждую часть в глину. Отлично, получилось.
что удалось однажды... Ладно, может быть, это поможет. Как бы то ни было, придется опять плавить главный ключ. Ребята, золото готово. Хорошая мысль. Я высыплю золото в форму. Да, должно получиться. Ура! Свой ключ от дома! Мой отец не хотел, чтобы у меня был свой ключ. Тогда он не смог бы тебя запирать. Этот ключ подходил и к твоей комнате. Это и вправду моя бывшая комната. Наконец-то я сделала это. Теперь мне осталось найти свой дневник. Ты не помнишь, куда я его обычно убирала, Харви? Странно. Это воспоминание еще как в тумане. Но думаю, с помощью всех этих предметов мне будет несложно в последний раз совершить хрономорфинг. О, да. Мы просто спрячем дневник куда-нибудь, где я смогу его найти. Или просто сразу заглянем туда. Еще лучше. Чего мы еще ждем? Вперед! Ну, тогда держись крепче. Это просто непостижимо. Что я с тобой делаю не так? Сунуть ящерицу за шиворот бедному Альфреду. Разве я тебя так воспитывал? Правильно, я это помню. Отец посадил меня под домашний арест. Как будто эта дверь была когда-нибудь препятствием. Нас интересует только дневник, Харф. Господин Конрад! Господин Конрад! Вот террас. Дурацкая тревога. Что случилось, Альфред? Вы накажете Эдну? Я как раз собираюсь это сделать. Накажу. Ее нужно наказать особенно сурово. Это чудовище укусило меня за плечо. Я уже, наверное, никогда не смогу играть на скрипке. Можешь быть уверен, что наказание будет соответствующим, сынок. Было бы здорово. Мой папа говорит, что ваших дисциплинарных наказаний... для украшения этого чумелого звереныша. Спасибо. Мягко выражаясь, недостаточно. Он так говорит? В следующий раз поймаем скорпиона. Если вы не возражаете, я лично буду вас караулить, чтобы быть уверенным, что назначенная вам мера наказания выполняется. Заткнись, а теперь выйди вон отсюда. Маленький гаденыш. Просто не обращай на него внимания. Давай лучше найдем дневник. А вот и мой дневник. Ну да, был когда-то. Наконец-то я смогу все вспомнить. Ура! Погоди-ка, когда произошло это убийство, которое якобы совершил мой отец? Пастырь говорил что-то про 3 августа. Если верить дневнику, то это сегодня. Мы перенеслись прямо в день убийства. Ой. Нет-нет, это даже очень хорошо. Теперь мы сможем установить его невиновность напрямую. Только нужно его найти и не упускать из виду. Давай постараемся выбраться отсюда. Наконец-то мы сможем доказать его невиновность. А почему ты не поступаешь как дятел? Что ты имеешь в виду? Я должна барабанить в дверь, чтобы привлечь внимание Альфреда? О, а вообще-то я думал, что ты могла бы биться головой об стену, но в твоем плане тоже что-то есть. Правда, Альфред, мерзкий кусок блевотины? Я этого вонючего, гнойного прыща больше и знать не хочу!
пожалуйста. Пойдем, Харви. Оставь его. Эй, куда она делась? Она что, вылезла в окно? Очень хорошо. Лучше всего давай разделимся. Ты ищешь наверху, я внизу. А если я его найду? То позовешь меня. Понял. Эдна. Да, Харви. А что если Матис маньяк-убийца? Не поясничай, Харви. Матис и мухи не обидит. Я просто спросил. Не хотелось бы признаваться в этом Эдне, но мне немножко страшно. Эдна! Что такое, Харви? Это Матис. Он варит суп из детей. Не понимаю, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать то, что сказал. Матис все-таки убийца. Идем со мной. Но... Что случилось? Я не понимаю ни слова. Но... Он был здесь. Он стоял у плиты и... Варил детей? Тебе самому не кажется, что это звучит абсурдно? Я, наверное, ошибся. Ищи дальше. Что здесь происходит? Эдна! Что еще? Теперь я видел точно. Матис бросает детей в печку. Ой, нет, Харви, он этого не делает. Пойдем, я тебе докажу. Да это же, я вообще больше ничего не понимаю. Тебе нехорошо, Харви. Я постепенно начинаю за тебя бояться. Как я мог так ошибиться? Поднимешь меня наверх? Конечно. Да что там опять такое? Я не знаю. Это опять был Матис. Ладно, давай вместе посмотрим. Видишь? Здесь ничего нет. Думаю, пора завязывать с этим делом. Это был тяжелый день. Я все еще помню завтра. А на тебя, кажется, не очень хорошо действует хрономорфинг. Нет. Мне уже лучше. Давай попытаемся еще разок. Эдна, помоги мне. Я схожу с ума. Что ты увидел на этот раз? Матиса. И дьявола. И они... Погоди-ка, это голоса? На веранде действительно кто-то есть. Оставайся здесь. Я пойду погляжу. По-моему, они симпатичная пара. Я вполне мог бы себе представить, что у них будет общее будущее. У вашей дочери и моего сына? Ха! Сперва ее следовало бы отучить от неповиновения. Эдна неуважительна и строптива. Но разве вы не добились прорыва в области... Как вы это называете? Корректировки характера. Это как раз то, чего не хватает вашей дочери. В таком случае я все-таки вижу еще один путь, чтобы... Простите, секунду. В чем дело, Эдна? Ты прекрасно знаешь, что должна сидеть в своей комнате. Знаю, но... Никаких «но». Доктор совершенно прав. Тебе срочно нужна корректировка характера. Пожалуйста, не надо. Папа, я не хочу. Мы с тобой потом поговорим. А сейчас вернись в свою комнату. Я очень рассержен, барышня. Ах, да. И будь поласковее с Альфредом. Понятно? Поласковее с Альфредом? Ха, обхохочешься. Успокойся, Харви. Все же ты в этом виноват. Что же все-таки значит все эти байки и небылицы? Я думал об этом. И все, собственно, достаточно просто. Я здесь ни при чем. Я все-таки всего лишь проекция твоей фантазии. Разве ты забыла? Что же ты удивляешься, если я то там, то тут немного неточен. В особенности, когда речь идет о наблюдениях, при которых ты не присутствовала. Неточность и совершенно абсурдный вымысел — это не одно и то же. Ты на меня рассердилась? Ах, Харви, разве на тебя можно сердиться? Но погоди! А?
скажи ему, чтобы он меня отпустил. Альфред, что ты делаешь? Отдай мне Харви. Еще чего? Альфред, пожалуйста, мне очень жаль. Я решила быть с тобой поласковее. Не выдумывай, тебе ни капельки не жаль, чудовище. Ты чокнутая на всю голову. Мало того, что ты пытаешься убить меня ящерицами, ты еще и разговариваешь с этим плюшевым зайцем. Чего удивляешься? Я прочел это в твоем дневнике. Харви везде и всюду Харви. А Альфред — глупая жаба, так? Но это кончится. Я все расскажу папе. И они отнимут от тебя этого дурацкого зайца. Может быть, они закроют тебя в папину психушку к другим таким же сумасшедшим. Тебе там самое место. Эдна разговаривает с плюшевым зайцем. Эдна разговаривает со своим плюшевым зайцем. Не надо, Альфред, пожалуйста. Эдна, помоги мне. Мне больно. Что же мне делать? Столкни его. Что? Столкни. Просто столкни его. Столкни его с лестницы. О нет, теперь я все вспомнила. Это я убила Альфреда. Это произошло в состоянии аффекта. Я же не могла допустить, чтобы он отнял у меня Харви. Да, это была ты. Ты убила моего сына. Твой отец взял вину на себя, чтобы тебя спасти. Мне пришлось обещать ему, что я о тебе позабочусь. Но я видел только одну возможность, как это сделать. Я хотел создать тебя заново, с чистого листа, уничтожить все твои безумства. Несколько раз я был почти у цели, но всякий раз ты находила новый путь в свои воспоминания. Теперь я, наконец, знаю, как мне поступить. Плюшевый заяц Харви. Он тот самый якорь, который приковывает тебя к твоим воспоминаниям. Если ты его уничтожишь, то сможешь, наконец, снова жить без чувства вины и обрести душевный покой. Не слушай его. Он уничтожит все, что для тебя важно. Весь твой талант, всю твою радость. Смотри, он стоит на том же месте, на котором тогда стоял его сын. Всего один маленький толчок, и мы, наконец, свободны. Он единственный, кто знает о нашей вине. О, нет! Что же мне делать?